Нормально, все без потерь. Ветер наломал тут эти ветлы, мы все боролись эти дни. Витя, как вот этот тополь снести? Да, вот этот тополь свалить как нам? Если его подкопать здесь куда-то в ту сторону, куда валить, и тросом копать. Не надо, его только ПО пилить надо. Как свалится? Я от вас. Трактором что ли? Конечно. Да ладно. Вот смотрите какой. Его не свалишь там. Там корневище мы с твой трактором. Не свалится. Да? Это если бы кто-то был такой вверху, трос захватил длинный. О, здесь тоже водичкой залили. Да, это мы выкопали искусственно. Это давнейшее уже. Тут 2 метра глубины было. Что-то я прошлый год не видел. А он высыхал. Не видели. Он высыхал. Так, вот здесь остановитесь, вот, я сейчас покажу вперед. Смотрите. Нам нужно вот это вот потом, когда все сделаете, вот это вот сделать вон с тем возвышением. Трассу пошире. А глину брать вот. Мы убрали дерево. С той стороны заезжаем, он его подковыривает и глину выносит сюда. Это вот все к Виктору. Все, ну, чтобы вы знали. Да. Это все к Виктору. А тут по прямой вот сюда вот выдвинете. Ну, понял, вот это яму вам надо. Да, вот это нам зарыть надо, невозможно. Ну, видишь, что? Тут проехать невозможно. А это вот... чей красивый дом, Лешкин? Да, а это вот ветлины две вон свалил в буре, там мы все их обиходили. Че ваши голуби? У вас с голубями не ладно было. Что такое? Соколапа побили? Да вот, да, не я же хозяин-то тут был. Все голуби с этой голубятни перелетели на это. Что причина? Приехал, вроде бы причин такой нету. Так вот, заворачивайте. А потом полез туда дальше, смотрю, там перина целая. Кто-то голубей 20 съел. Я нам вытащил, 22 капкана поставил, на другой день поймал. Ласку? Кошка. Кошка? Кошка с другого конца деревни, батюшкина. И она повисла, пролезла обратно и на капкане повисла, и ногу не сломала. Теперь мы и о ней начали заботиться, и как ее вылечить-то. Теперь даже незаметно. Ну что, все, Володя заделал, зашил. Голубей отсюда опять вернул туда, и они сейчас у меня здесь. Ну, примерно так, 35. Это Игорь гречка. Хорошая гречка. Богатая. Да. У него сын Терентий, он кончил университет технический в Барнауле. Ну и пока рядом. Занимается ей, да? Да. Вместе с отцом. А дочка кончила медицинский университет. И вот сейчас свадьбы сегодня. Бракосочетание называют. Официально или в церкви? Церкви. Батюшка венчать будет в церкви. Официальная церковь. Отсюда наш батюшка. Ну. В храмах Московской патриархии. А как правильно ваше движение называется, вот ваше это самое? Как называется? Ну, православие это понятно, а вот какое-то течение? Русская православная зарубежная церковь. Mm. То есть та, которая не приняла коммунистическую идеологию. Так, где-то же так, здесь? Вот сюда, направо. Вот тут она, видно, след нужен. Можно остановиться даже. То есть, за границу, когда выехала белая иммиграция, я не слышал это образование. Ну, Кирилл-то сейчас объединил церковь. Ну, вот и мы вместе сейчас. Сейчас ничего не разделяет. Поэтому их митрополит приезжает здесь, у нас служит. Алтайский митрополит Сергий, он вот тут 2 раза в году приезжает и служит. Ну, рассказывай. Вместе со священниками, просто семинаристами, харистами. Вот если драглайн будет здесь, мы вот этот плен уберем и драглайн загоним сюда. Я просто показать вам, какой красивый получился у нас островок. Придется вам... Подождите, я сейчас вперед пройду. Вот сюда вот. Подождите, это не крапива, лебеда. Чтобы посмотреть вверх. Вот же дорога есть. Давайте. Игнатий Иванович! Во-во-во-во-во, проходите. Здесь ровная дорога, ровная. Давай. Ну-ка давай. Давай туда дальше потихоньку, проходи. Сейчас 10 метров пройдем и увидим всю красоту. Что? Опа, крапива? Ну ладно, подожди. Вот, посмотрите вот сюда.
там не будто бы не увидал. Во! Гляньте. Вот сюда вот. Ну-ка, проходите. Сейчас, крапиву уберу. Ну, это лебеда. Вот, посмотрите. Ну. Ух ты. Ух ты, да кого где? Вон где вверху-то, видите? Еще бы песочку завести ребятишкам пляж, чтобы не тонули в глине. Это ничего не стоит. Вон где идут рубцы, это вода была там, вода. Ого. Родника нету. А вот если здесь он встанет, и он вот так будет, мы это уберем. И вываливаем прямо рядом, за борт. Добиться родников. Они все это купаются. А что, Драглань, он выкопает здесь яму, а родник должен быть посидеть. Родник, если пробьет, то тут ничего больше не надо. Вон она куда идет. Весной оттуда выходила на вода. Вон там, видите, заставу сделала. Да это зимой. Видите, как березняк. Зимой бульдозером загнать и выгрести, и все. Мы уже, сейчас уже бульдозер сюда не загнать. Нет. Все уже, Кость. Все, это уже мертво. Это он присядет. В прошлом году, если был бы Драглайн, мы бы прям на месте его поставили, вот здесь вот. И он бы кидал туда его. Бульдозер дефицит. Выходи. Это вот первое место для Драглайна. Сейчас карасики туда завезут. Подожди, я сруку еще, может, здесь. Мы только галье... Нормально. Валера, иди сюда, здесь тут дорога. Да здесь нормально сходить. Это лебеда, маленькая, где-то красиво чуть-чуть. Нормально. Нигде же так вам не приходилось садиться. Запомните. Это мы тут все выделил, вытащил. А помните, когда первый раз они приехали, зашли, а тут сколько, лет 30, наверное, даже больше. Росла сок, и она вот так под ним, как это, потит. Так он когда делал, она вот так вот крутится перед ним. Сама то, утки стреляют. А утки должны быть сюда, при это сейчас вот камыш. Раньше были, как камыш, как появится. Мы здесь слив сделали, все отработали. И то вода через верх шла. Высохло. А вот это что было? Горы. А это горы. Селосная яма. Колхозная. Это памятники остались социалистического режима. Так мы наши сделали тут, где-то селосная яма. Отходы всякие возят. Видите, какая красивая получилась картина.